Идем. Здорово ты с ремнями придумала. Повезло, что твоя мама любила Мадонну в 80-х. Мадонну? Может, нам нужно его как-то замаскировать? Не, мы в Нью-Йорке. Никто даже не заметит. Ну и что? Нет, нет. Меня это совершенно не волнует. Не трогайте мои петунии. Ты здесь живешь? Ты что, никогда не видела домов на колесах? Таких не видела. Я расстался с девушкой. Кредит на учебу еще не выплатил, так что... Угу. Слушай, это приемлемый и доступный по деньгам вариант жилья, о котором твоей маме знать не нужно. Ладно? О, ты тоже меня осуждаешь? Вперед. Залезай. Садись вот здесь. Нет, ну, конечно. Плюхнись прямо на мою кровать. Нет, Клиффорд! Клиффорд, не обслюнях его приемлемый вариант жилья. Эмили! Оуэн, ты что здесь делаешь? Я подумал, ты заболела и решил принести тебе домашку. И заодно прогулять физру. И, как я теперь понимаю, выставляет меня не в лучшем свете. Так ты не болеешь? Нет, мы едем к ветеринару. А где же ваш питомец? Превосходила! Нет! Это собака? Все в порядке. Ничего необычного. Просто большой красный щенок. Он не опасный. Слезай. Мы не хотим привлекать внимание, пока он не уменьшится. Так что... Как круто! Можно я поеду с вами? Таких знаний в школе не получишь. Об этом на TED Talks говорили. Извини, мне бы одного ребенка не угробить. Так что вряд ли... Ладно, кажется, он едет с нами. Даже не думай. Клиффорд, нет, нельзя. Как он его не прокусил до сих пор? А, прокусил. Клиффорд, положи. Мяч на землю. Мяч на землю. Клиффорд, положи. Ну, отлично. Молодец. Нет, не молодец. Это плохо. Куда это он? Что он собирается делать? Ой-ой. Классно. Не классно. Ой. Надеюсь, по-большому он на меня не сходит. Мистер Тиран, вы блестяще отвечали на вопросы в интервью. Благодарю, не хочу предвосхищать события, но с нетерпением жду результатов. К сожалению, мистер Тиран, мы не получили того генетически обусловленного роста, который ожидали. Это двухголовый козел. Мы пытаемся мирно кормить, а вы лишние рты создаете. Можно и так рассматривать. Вот именно. А оно рассматривает меня в четыре глаза. Это нервирует. Какая у нас цель? Накормить. Хватит болтать. Наша цель – выращивать гигантскую еду с помощью генной инженерии. Сколько мы уже потратили? Около... $400 миллионов. Это очень много. Я знаю. Значит, у вас есть какие-то результаты, да? Ну... Пока нет, сэр. Я услышал «пока». Ты слышала «пока»? Пока? Я услышал да, «пока». Да, сэр, «пока». Да, следовательно, это не провал. Просто мы все не добились успеха. Пока! Все вместе, аминь! Аминь! И вы. Я с ним говорил. Итак, $400 миллионов. Какие результаты? Огромные курицы, коровы, какающие шоколадом. Что? Давайте я покажу. О, вот это мне нравится. Давайте. У этой овцы хотя бы одна голова. Уже хорошо. Что у нее? Более толстая шерсть, которая сама отваливается и еще пахнет Санта-Клаусом. Не совсем. Мы держим ее тут, потому что... Что, Альберт? Она... Что она? Она... Злая. Злая? Опасная.
Вы меня обманываете. Нет. То есть это милая пушистая. Ясно. Круто, да? Нет, это не круто. Где моя ассистентка? Мистер Тиран. Калет. Да. Боже. По вашему взгляду, я заключаю, что новости хорошие. Вот, посмотрите. Невероятно. В интернете сотни фотографий. Трехметровая собака в районе Манхэттен. О, боже! От волос пахнет. Извините. То, что увеличило пса, может увеличить и нашу еду и спасти живорост. Найдите его. Да! Вы его осмотрите? Да, конечно. Я же ветеринар. Это моя работа — осматривать животных. Я загляну тебе в пасть. Спокойно. Может, скажешь ему? А, да, Клиффорд. Это не поможет. Умничка. О, надо больше доверять детям. Ты молодчина, малыш. Ну вот, давай посмотрим. Вот, 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 да! Большие зубы и большой розовый язык. Это что, ваш диагноз? Звучит очень научно. Ладно, давай-ка тебя взвесим, малыш. Аккуратно! Это же топовая модель X9000. Извините. Да ладно, про вес напишу. Большой. Так. А, может быть, вы сами измерите? Что? Я? Вы его лучше знаете. Где? Ну, там. Я не знаю, где это там. Я же не ветеринар. Ну, это то место, где измеряют животным. То есть? Рифмуется с Европа. Не за что. Не хотите, и ладно, и не будем. Не волнуйся, Клиффорд. Давайте я послушаю его сердце. Да, 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 вот да. Вот и да, славно, да. Вот и славно. Сейчас я послушаю твое сердце. Ну-ка, вот так. О! Стучит! Клиффорд, 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 Клиффорд! Простите. Ну, что могу сказать? Он большой и красный. А в остальном этот щенок здоров, как конь. Так вы не знаете, почему он так вырос? Извините, не знаю. Может, он жил рядом с ядовитыми отходами или на могильнике. Я как-то в кино видел. Думаю, нам пора идти. Ладно. Предложение. Давай оставим Клиффорда тут, у профессионалов. До тех пор, пока, не знаю, твоя мама не вернется. И если он не уменьшится, тогда ты примешь решение уже без меня. Кейси! Как бессердечно. Знаете что, давайте я закончу осмотр, а вы пока идите, подождите в коридоре. Да, спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Давай-ка быстренько тебя осмотрим. Какой он у вас симпатичный, ребята. Спасибо. Подпишите. Хорошо, хорошо. А кому вкусняшку? А? Хочешь? Вот так, да. Молодец. Ладно. Нет, нет, нет. Еще получишь чуть позже. Пока рано, подожди. Подожди, сказал. Надо подождать. Ладно.